со спортом по жизни. Родился в Сколково, в 19 лет переехал в Москву. Дальше профессиональная карьера, участие в спартакиадах, победы и тренерство. За время работы Виктор Кутюгин вырастил не одно поколение атлетов, а теперь вернулся в родные края, чтобы популяризировать лыжные гонки здесь. Третий год участники всех возрастов соревнуются в открытом первенстве, посвященном памяти главы сельского поселения Виктора Бабурина. Это уникальный, величайший человек был. Сумел столько всего сделать. За счет своих мозгов, рук памятники восстановить. Дело отца поддерживает и сын Александр. Продолжает советские спортивные традиции, когда по выходным на склонах катались целыми семьями. Стали заниматься многодетные дети и вместе с родителями. И я считаю, что это вот будущее направление вообще российского спорта и вообще общества в наше современное время, чтобы развивать именно семейный спорт. От 800 метров до 70 километров. На таких дистанциях есть где развернуться и показать свой спортивный характер. Михаил приехал на гонку за победой. К старту готовился серьезно. Специальная штука, чтобы нос не отмораживать. Потому что у меня, не знаю, всегда отмораживается, когда вот такой холод. Я одеваю или на щеки бывает, ну, чтобы не отмораживать. По итогам соревнований победители были награждены почетными грамотами и медалями. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».